Я тебя сниму для туристического бизнеса. Вот такой вот у нас веселый торговец, продается у него розмарин, имбирь, все специи. Приходите, место 2380. Ну как, нравится торговать, да? Нравится там? Все есть, да, здесь? Все есть. Все прям. Все. Чай есть, сама чай. Имбирь есть, да? Имбирь, есть, имбирь да. Хорош. О, имбирь. Черный мол. Перец есть, да. Вот это перец черный. Тут наскарис. Вот это что такое? Это арпабол, звездочки, анис. Анис, да. Это лаймо. А это? Это для пшены. Ага. Ну ты можешь объяснить, для чего это? Это, курица, чему году, да? Корица. Корица, ага. Озеро хорошее, вот. Грамм 10. А это что? Это что? Оно, Александр, я даже. А вот это вот для чего, ты говоришь? А что? Для зубов? Да. Нужно чистить, да. Или что? Нет. Чем другая рука, пешка нация. Чтоб белые были? От камня? Да. От зубного камня, да? А это же стирает эмаль, нет? Не так. Да? А вот это чернее? Да, лечебная, а глина для чего? Это глина, знаете, иммунитет поставил есть, который снижается с собой. Это много не надо. Редко, редко. Понятно. Основное дети. Для детей, да? Это от псориаза, может быть? От псориаза, ну? Для... кожи? Нет, для не кожи. Здесь одна корец была. Это иголка. Это у него все лечение хорошее. Спасибо. Все, рахмат сізге. Пожелайте всем туристам, чтобы все хорошо было.